Всем привет! Начинаю свой влог с аэропорта в Киеве. Мы сейчас уже получили свои билетики. У меня тут до Дубая, из Дубая до Коломбо. Боюсь ли гонцов, если честно. Деток оставила, переживаю. Вот Ясночка идет. Я тут с косичками, в таком оптимальном для Шри-Ланки наряде. Вот, я вам чуть-чуть попозже буду рассказывать вообще, что, как происходит, и когда мы прилетим, расскажу про программу, какая у нас будет. Поэтому оставайтесь со мной. Ясно рассказывает, что будет. Начнем. Это наша группа. Какая-то часть команды, да? Да. Аня у нас эскорт. Да. И еще мальчики, они уже там, и Юлечка уже там, то есть они там нас ждут. Да. Да. Мы ждем наш рейс в Дубае. Но в Дубае я еще включусь. И мы сейчас поближе познакомимся. Да, мы знакомимся. Девочки, мы приземлились в Дубае, и здесь сейчас будем ждать 5 часов. Я сейчас буду гулять по duty free, что-нибудь прикуплю. Вот, девчонки тоже, кто где гуляет, а кто-то остался с вещами, поэтому я налегке. Вот. И, кстати, правильно, что так оделась, я вся закрыта, тут страна такая. Ну, в общем, ладно, вы сами знаете. Давай. Девочки, смотрите, что тут у нас. Да. Это а у нас там напутствие для каждого. Это презентики, это ясно. Печеньки с предсказаниями. Да, сейчас на меня вот этот посмотрел, что я тоже гляну. Вот. Мы тут пообедали, сейчас будем уже лететь. 5 часов пролетели незаметно. Хотелось, а я подойду туда, когда с девочками, хорошо? Давай. Предлагаю каждому зачитать послание, потому что это будет личное послание, а еще послание вообще для нашей группы. Да. Да. Так, открываем. Сейчас открываем. Ну, так как я с вами, девочки, мне придется прочитать личное послание. Да. Ничего страшного. И для вас тоже. Что а потом у меня будет нам вместе заторозило. Ну, еще будет время. Выполни силы желания. Ладно. Обустроить свою жизнь. А значит, у вас все получится. Ура! Достаем! Это интересно, молодец. Это очень-очень классное пожелание. Как раз то, что я искала, и то, что мне надо. Опа. А у меня тоже вот, смотрите, как работает пространство, да? Мы говорили про цветок, про аналогию, про красоту, про бутон, что мы как бутоны распускаемся. У меня получилось послание, красота есть во всем, но важно это увидеть. По сути, в потенциале красота есть, в бутоне есть весь потенциал цветка, но только когда он раскрывает свои лепестки, он становится видимым, этот потенциал. И вот смотрите, какая интересная штука, почему у нас будет много бытия, вот, то есть мы будем быть и чувствовать, как это вообще быть. Для того, чтобы учиться через бытие наполняться, а затем уже действовать из полноты, вот, и тогда наши действия максимально точны, максимально результативны. Вот. И смотрите, как это проявляется. Бутон, лепесточки к лепесточку, он плотненький. И чтобы он стал цветком, что должно произойти? Между лепесточками должна появиться пустота, пространство. То есть пустое пространство дает возможность лепесточкам раскрыться и проявить свою красоту. Знаете, куда мы прилетели? На Мальдивы! Но выходить-то мы не будем. Это выглядит, знаете, как маршрутка. Мы на Мальдивах сейчас заберем людей. Вот. Ну, фокусируйся. Заберем людей. Некоторые выйдут, некоторые зайдут. И полетим дальше. Так смешно вообще. Такой аэробус маршрутка. Мы тут с девочками смеемся. Пол самолета выходит. Я говорю, я им завидую. Ну, океан у нас будет. Один на всех, да. Да. Сейчас половина выйдет, половина зайдет.
реально как маршрутка? Маршрутка? Авиамаршрутка. Да, да, два дня побыть на Мальдивах, чтобы совместить путешествие, потому что отдельно на Мальдивы лететь – это целая история, а совместить путешествие на Мальдивы вместе с пребыванием на Шри-Ланке – это будет отличная идея. Так что мы уже с Аней начали реализовывать планы, как эту идею превратить в жизнь. Да, было бы здорово, потому что лететь на самом деле недолго. Да. Там час, да, по-моему? Да, час получается разница лета. Да, так что вообще супер. И посетить два острова, а на Мальдивах можно побыть не на одном острове, а тоже на островах, соприкоснуться с островной энергией, усилить ее, будет здорово. Вот, потому что вообще, почему острова выбираем? Потому что островная энергия очень целостная, поэтому часто, ну, многие, кто бывал на разных островах, сталкиваются с тем, что люди, которые живут на островах, они более душевные, более любвеобильные, потому что так вот работает островная энергия. Да, это вот наш трансфер, наш автобус. Тут так душно, это просто очень, да, реально как сауна. Надо раздеваться, потому что, ну, у меня сразу лицо аж вспотело. Я кремом в самолете намазалась увлажняющим, и все. Ну, доброе утро, девчонки. Вот такой вот вид у нас из номера. Я в номере с Настей, то есть не одна. Вот. Как я уже, по-моему, говорила в предыдущем влоге, вот наш номер. Мы тут обосновались. Большая кровать. Кровать как сексодром. Я так смеюсь, потому что она огромная просто. Ну, просто огромная кровать. Вот. Номер самый обычный. Тут такая как бы сетка закрыта, оно придает такую романтичность, но в то же время спасает от насекомых. Ночью насекомых никаких не было, вот, но мы все равно закрылись. Тут такой шкаф открытый, вот наши чемоданы и балкончик. У нас второй этаж, и вот, как я вам уже показывала, вид сразу океан. Сейчас иду на завтрак. Потихонечку вам буду показывать полностью все, вот, ну и рассказывать про наши планы. Сегодня у нас более свободный день, тут, кстати, туалет и душ. Вот, все очень скромно, вот, я тут такая слегка опухшая после дороги, намазалась кремом SPF 50 у меня тут защитный, вот, видите, мы тут Настя обосновались. Сутки в дороге, не спали и вернулись же сюда, то есть приехали сюда в 4, вот сейчас 10, то есть чуть-чуть поспали, но лицо все равно опухшее. Так что сегодня буду полностью снимать день, смонтирую его, и вот так вот у меня будут выходить каждый день влоги. Если интересно и вы на меня не подписаны, чтобы не пропустить, подписывайтесь. Все, я пошла на завтрак, оставайтесь со мной. Продолжаю экскурсию. Это территория вот за этой стеной океанки. Я вам показала, сейчас развернусь, покажу сам гейтхаус. Так он называется. Вот он. На фотографиях я вам показывала. Но в любом случае, допоказываю уже в реале. Мы на втором этаже с Настюшей. Вот наши девочки, наши соседки рядом. Получается, еще кто-то, тот, кто приехал раньше, чем мы, из группы, которые организовывали ее. Вот, там знаю, что есть Дима, мальчик. Ему хоть и 19 лет, но говорят, что он очень разбирается в сыроедении и вообще в еде там, и создал что-то там свое. Ну, не знаю, это все будет в наших практиках, все будет тоже рассказывать. И вот там вот наверху тоже, наверное, кто-то живет, не знаю. Вот, вот такое вот у нас жилье временное. Сейчас утро, все начнут просыпаться, спускаться, будем завтракать, пойдем на океан купаться. Вот пока такие планы. Вот как раз у нас там пишется расписание на день. Пойдем сейчас посмотрим. Тут все кушают. Девочки, я пошла на крышу. А вот,
расписание. Завтрак, практика, восстановление. И там еще восстановление. Ясно говорила вчера, такая говорит, будем заниматься и восстанавливать свой позвоночник после перелета. Не, ну что, потому что это капец, что было. А там наверху есть кольца. Можно вытянуть спину. Все, я побежала. Класс. Так. Ух ты, смотрите, какое колесо. Это же надо такому. Как все просто и как все супер. Вы не представляете, насколько я рада. Это круче, чем пятизвездочные всякие отели. Это гораздо круче. Так, смотрим. Ух ты! Вы не удивляйтесь, что я как дикарка. Я на Филиппинах все это видела, но есть тех людей, которые будут удивляться даже тем вещам, которые видели. Я как ребенок. Я кайфую от этого. О, крыша. Смотрите. Здесь у нас будут практики. Ура! Ура! Ладно. О, супер. Йога, медитации. Это что-то. Вы не представляете мои сейчас эмоции. Я очень рада, что я поехала. Ух ты, смотрите. У нас тут, кстати, будет практика восстановления женской силы. Вот. Чтобы мы типа нашли там себя. Тот, кто потерял. И тому подобное. Вот. Но я вам все буду показывать, потому что скажу честно, я в этом новичок, и у меня нету опыта большого, чтобы, например, правильными словами все это описывать, рассказывать. Поэтому как-то так. Вот я вышла с территории. Надо пройтись чуток. Вот он будет. Красивый. Я только что купалась. Телефон с собой не брала по понятным причинам. Саша идет. Сейчас 11 часов, уже нежелательно купаться, потому что, купаться можно, на солнце нельзя быть, потому что очень можно обгореть. Здорово. Мы быстренько, я вам покажу. Такие вот дела. Сейчас туда никто не пускают. Это наш завтрак. И тут какие-то есть штучки, которые я даже первый раз вижу. Вот, например, вот это вот, я не знаю, что это. Это называется дурян. Мангустин. Я слышала о нем, но я его ни разу не пробовала. Это как фрукт-йогурт. Фрукт-йогурт? Это как? Йогурт. Это он такой кисло-сладенький, такой как мягкий, сметанистый. Сметана тоже. Они очень интересно, они когда перезревают, они становятся твердыми снаружи. Хотя вот остальные фрукты, они же мягчают, когда перезревают. Так а у них получается только сердцевинка, да, съедобная. Да. Красная, я уже попробовала, да? Она не вкусная. Я попробовала, это нужно. Можем еще подвинуть, у нас же больше. А где наши девочки? Они вообще решили спать все, отоспаться, да, сутки, да? Да. Я поднялась на террасу после завтрака, мы где-то часик поговорили, полтора.
И сейчас вот здесь вот наверху на крыше, на террасе у нас будет практика. Сегодня будет очень легкая практика восстановления после перелета. Вот такое занятие. Восстановить, можно сказать, вытянуть позвоночник. Потом у нас будет тихий час. Мы поспим. Ну а дальше. А дальше посмотрите. Поэтому оставайтесь. Сейчас будем заниматься. Помогает в практиках мне. И стало структурировать пространство. С нами жить и работать. Это кристалл помощник с Непала. Кварц горный. Как? Ну, горный кристалл, горный кварц. Сейчас у нас будет. Там масло лотоса, мы его тоже будем использовать. Масло лотоса? Да. А как? Куда там? Мы его нанесем вот сюда. В точке в определенную. В точку, да, определенную, да. Это точку, где у нас получится наш тимус или вилочковая железа. Вот эта точка отвечает за духовное или высшее сердце. Как раз вот это тот энергетический центр дополнительный, который сейчас у всех людей открывается. Он находится между горловым центром и сердечным. И как раз отвечает за связь со всей жизнью, за связь с собой, за внутреннее доверие. И мы будем, я привезла много масел, но сейчас вот это масло будем использовать, потому что ароматы имеют тонкую вибрацию и работают как такая сонастройка. Вот. И мы их будем использовать, нанося на определенные точки. И таким образом сонастраиваясь с местностью, с собой, и все будет работать. Пространство, движение, потому что мы сейчас будем делать телесную практику, которая как раз поможет нам после перелета адаптироваться, запустить течение энергии по телу, мы как бы хорошо ее почувствуем, усилит восприятие себя, своей энергии. И вот мы таким образом будем задействовать движение, ароматы, сам климат, все окружающее пространство, энергию пространства, музыку, потому что мы будем тоже использовать музыку. И с помощью вот этих всех вибраций выравнивать свое внутреннее состояние, соединяться с внешним пространством и таким образом обретать себя в себе. Да. Как бы как они формируют наше тело, потому что мы же, это как тренировка, считайте, вот как мы движемся, вот так наши мышцы привыкают поддерживать наш скелет и привыкают формировать наше тело. И если вот эти движения, основные двигательные паттерны были сформированы в каких-то стрессовых ситуациях, при каком-то там опыте травматическом, то наш организм, он привыкает действовать все время в таком режиме. И если мы это не осознаем, то получается, что мы этот энергетический такой паттерн стресса, блок, который образовался, мы его только усиливаем. И что сделал Моше? Он посмотрел на основные системы в организме, где происходит крепление суставов, мышц, то есть где в основном как такие связующие блоки, через которые происходит движение. Это плечевая зона, зона бедер, и в этих зонах чаще всего и оседает напряжение, чаще всего и оседают всевозможные блоки. В общем-то, две такие ключевые линии бедер и плечей, они отвечают за совершенно разные вещи. Здесь у нас такая зона ответственности, и здесь оседает все напряжение, которое связано с ответственностью, а здесь зона принятия, наоборот, зона жизни, зона жизнедеятельности. И зажатость в бедрах здесь вот как раз, здесь седает все, где мы, когда мы не принимаем себя, не принимаем жизнь, не действуем расслабленно по жизни. То есть здесь больше наше мышление на нас давит, а здесь собирается много эмоциональных таких вот глубинных, глубоких травм. Это очень несложная практика, но получается, что мы через вот это медленное, осознанное движение, мы как бы раскрываем эти зоны, где это напряжение оседало, и позволяем ему выйти. А так как у нас будет работать еще музыка, и мы еще используем аромат, то через музыку и аромат мы просто как бы обнуляем это напряжение. Это будет движение головой. Мы будем голову наклонять
вправо, влево. Вот сейчас попробуйте просто такое движение. Мы будем делать это медленно. Вот. Медленно, как бы перекатывая ее из стороны в сторону. Это будет основное базовое движение, которое мы будем все время делать. Вам не надо специально ее наклонять усилием. Вам нужно просто мягко, вот как она наклоняется, так и наклоняется. И затем мы будем соединять это движение с дыханием. На вдох мы будем поворачивать голову, ну, вправо или влево. Просто сначала буду вести голосом общую инструкцию давать, а затем уже каждый будет в своем движении это делать. На выдохе поднимать голову. Это будет один тип дыхания. И второй тип дыхания, это когда он более длинный, когда мы делаем полный такой полукруг головой. С одной стороны в другую на вдохе, и затем с одной стороны в другую на выдохе. То есть в данном случае дыхание будет работать тоже как очиститель, потому что дыхание является связующим звеном между духом и между телом, или вот между сознанием и между телом. И поэтому, когда мы включаем еще и осознанное дыхание, то, что высвобождается от движения, те блоки, эти напряжения дыхания, будет просто выводить на поверхность и очищать. Сейчас мы сделаем заземляющее дыхание земли и неба. Вдыхаем из центра земли через стопы, наполняя воздухом тело, вдыхаем до центра груди, и затем выдыхаем вверх через макушечку, прямо в центр вселенной. Вдыхаем так три раза из центра земли через стопы до центра груди и выдох через макушку в центр вселенной. У нас большая семья, фотографируем. Это местные жители, местные, попросились в гости. Зайти посмотреть, как они живут. Детки, двое, все. Thank you, great, thanks. Девчонки, во время обеда мы должны были спать, но мы не захотели спать вон с девчонками и решили выйти. Выйти и пройтись по дороге. Ездят машины, и мы боимся, чтобы нас не сбили. Ну, мы так по краешку вот тут вот идем. И мимо проезжают тук-туки. Их много. Вот. Ну, мы так знакомимся с местностью. И тут недалеко от нашего... Даже не могу сказать, что это отель. Такой мини-отель семейного типа. Вот. Здесь есть вот такой вот маленький рыночек. Совсем маленький, с продуктами. С овощами и с фруктами. Вот, и что тут, тут еще что-то есть, а, вот, химчистка местная, и нам сигналят автомобили. Ну, очень, короче, на самом деле, мы сейчас только что попали к местным жителям, Настя попросилась, она молодец, я бы не догадалась, а она начала знакомиться, говорит, опустите нас к себе, мы хотим посмотреть. И вот мы зашли, посмотрели, как живет местное население. В общем, очень прикольно, колоритно. Идем дальше, знакомимся. И хочу вам сказать, что очень здорово. Мне нравится. Я отдыхаю, я кайфую. Ну, это видите, какой первый день у нас такой. Такой первый влог будет очень длинным и насыщенным. Но остальные дни, я думаю, что не будут такие, ну, влоги не будут такие длинные. Но все равно буду стараться вставлять вам наши практики. Может быть, вы будете повторять вместе с нами. То есть за Ясной, все, что она будет говорить, вы можете делать то же самое, только не у океана. А в следующий раз, когда, например, будет еще одна поездка, то можете с Ясной, с новой группой поехать. Если у меня получится и финансы позволят, то я бы такая, чтобы я опять поехала. Может быть, это будет Шри-Ланка, может, это будет Бали, может быть, это будет Мальдивы, в общем, не знаю. Они программу составят. Ух ты, такое дерево, и падают цветы. В общем, мне все в диковинку, все очень похоже с... Ого! Все очень похоже с Филиппинами, но в любом случае все по-другому. Вот. Ну,
такое. Мы пришли к океану. И тут рыбацкие лодки. Тут много. Так как мы в деревне, реально в деревне. Мамочка! Мамочка! Я не ожидала. Я совсем этого не ожидала. Я тоже не ожидала. О боже. А я как раз рассказывала про рыбацкую деревню. Вот на тебе. Кстати, как она называется? Вилла... Вильгама. Вильгама, да. Мы, получается, в деревушке Вильгама. Ну, очень такая неплохая. Она рыбацкая. Ну, вы сами видите, да, сколько тут лодок. Вот. И неожиданности. О, бедные мои штаны. Ну, что мы так? Ну, классно. Классно и неожиданно. Мы сейчас по берегу, то мы шли по дороге. Сейчас мы по берегу пойдем в сторону нашего отеля. Мне, кстати, не хочется его называть отелем, потому что он не совсем отель. Он такого какого-то домашнего типа, наверное, отель. Он какой-то другой. О, боже! Океан тебя зовет! Так, я телефон прячу, потому что, не дай бог, нам надо сейчас пробежаться, чтобы нас не совсем накрыло волной. Вот. Сейчас закат. Мы собираемся. Все он потихонечку подтягиваются. Да-да-да. И у нас будет практика. Практика сегодня, на сегодня последняя. После этой практики мы идем, окунемся к океану. Вот. Потом у нас будет ужин при свечах. Я вам еще поснимаю, покажу. Эту практику я не буду снимать, потому что хочу погрузиться и не отвлекаться на телефон, не отвлекаться на запись. Вот. Но в любом случае, в следующие дни я вам все равно буду все показывать. Это такая, знаете, как вводная. Первая такая вводная, первый влог. Надеюсь, что вам он понравится, и вы будете смотреть остальные мои влоги. Я не прощаюсь, еще включусь, чтобы вечер завершить уже ужином при свечах. Мы будем встречать закат. Вон наши идут. Видите? С карематами. Мы будем обсуждать день. Кто что ощутил, кому что пришло во время практик. Вот они наши, ребятки. Так, теперь главное, чтобы кокос не упал. Тут вот пальмы наверху, а все равно ничего не видно. Пальмы наверху и ощущение, что кокос валится на голову, если честно. Вон что они, салют они пускают. Маленькие. На самом деле... Шутник. Финиш! Финиш, смотри! О, сейчас будет костер. Круто. А земная энергия, особенно нам, девочкам, нужна и важна, потому что мы же помним, что она создает притяжение. Угу. Вот, земное притяжение. То есть мы своей земной энергией притягиваем материю в свое жизненное пространство. В буквальном слове намагничиваем эту материю. То есть притягиваем возможности, ресурсы, финансы. Вот все, потому что Вселенная изобильна, мужчин, да. Любовь, да, да. Как говорит моя одна ученица, яркий секс. Вот. Она всегда, мы когда делаем ритуал огнехождения, и там делаем потом, ну, как бы намерение вот закладываем через огнехождение. То есть она всегда закладывает намерение на яркий секс. Вот. Так что... Супер.
сегодня овощную рагу. Яркий канал огня. Я сейчас попросила, подошла, я тут потом сказала, хочу умыться канал огня. И вот открылся фиолетовое пламя, и эта фотография уникальная. Это вот сейчас буквально. Да. Потому что умываться и канал огня подключаться, он дает энергию очищения. Я рядом была, что ж вы мне ничего не сказали? Я тоже умылась. Огнем. Благословенно небо. Теперь переворачиваем. Благословенна земля. Благословенна пища, вкусная сия. Приготовляющий ее. Все, кто приготовляет. И вкушающий. А у нас начался дождь, прям ливень-ливень. Так прикольно, супер. У меня вон красотка в постели. Я аж подавилась. Девчонки, я закругляюсь, потому что уже поздно и нам вставать очень рано. Мы пойдем к океану, у нас будет практика, но это уже будет другой влог, который вы увидите завтра. То есть мои ежедневные влоги пока по планах, пока в силе. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. И до новых видео, пока-пока.